всех присутствующих, всех, кто смогли сегодня прийти на нашу встречу. Вот. Перед тем, как начать встречу Министерства образования Украины, ректоров украинских высших учебных заведений, я бы хотел представить министра образования Украины Сергея Николаевича Шкарлет. Я бы хотел представить ректоров украинских вузов, которые приехали, находятся в этом зале. Я думаю, вы имели возможность уже с ними пообщаться, познакомиться, тем более многие из вас нашли, наверное, руководителя своей альма-матер, да, который вы закончили. Вот. Перед тем, как пригласить до приветственного слова министра образования Украины, вот, я хочу от вашего имени, от своего имени поблагодарить ректора Аграрного университета за то, что он принимает сегодня участие в нашей встрече, вот, за предоставленную возможность на территории его провести такую встречу. Вот. А дальше по ходу встречи сегодня, я думаю, что мы сможем неформально пообщаться, обсудить, обговорить все проблемные вопросы.